Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Золотой фонд нации. Президент встретился с учеными и экспертами. Нам нужна мощная наука и, самое главное, производственная база. Что еще обсудили? Инвестиции в будущее. Вся та образовательная среда, которая на каждом сантиметре даже коридора присутствует, она ярко о чем-то говорит. В Бобруйске открылся современный детский сад. В чем его уникальность? Снежный километр азарта. В городе готовится к главному зимнему состязанию. Приглашаем всех желающих принять участие в нашей традиционной бобруйской лыжне. Во сколько стартует долгожданная гонка? А также досрочное голосование, детские пособия и скользкая дорога. Синоптики в ближайшие два дня прогнозируют гололедицу, о чем напоминает ГАИ. Во Дворце независимости состоялся большой разговор. Президент пригласил на заседание 2,5 сотни экспертов. Александр Лукашенко назвал науку фундаментом государственности, а ученых – золотым фондом нации. Именно поэтому такие встречи, где не только отмечают успехи, но решают проблемы и определяют перспективу, важно проводить на самом высоком уровне. Ведь результаты труда наших деятелей предопределили достижения Беларуси в космосе, машиностроении, энергетике, земледелии, медицине и фармакологии. Заметно продвинулись в создании новых лекарств и методик в онкологии, травматологии, лечении инфекционных болезней, кардиологии, применении стволовых клеток, трансплантологии. И вообще мне нравится ваша решительность. Последний раз я в этом убедился, когда была поставлена задача произвести свои вакцины от коронавируса и создать собственное производство. Честно говоря, поначалу я думал, что вы за это не возьметесь, испугаетесь, но мы сами можем кое-что сделать. И должен сказать, что немало делаете. И думаю, мы вовремя введем тот завод по производству вакцин, который мы наметили, потому что вирус – это, наверное, не последний, поскольку и не первый. И поэтому нам нужна мощная наука и, самое главное, производственная база по производству вакцин. Еще раз подчеркиваю, не только от коронавируса. Кроме разговора на злобу дня, здесь вручили государственные премии, а также дипломы академика и члена-корреспондента 45 ученым. Условия для счастливого детства. В молодежном микрорайоне открылось новое дошкольное учреждение. Рассчитано оно на 240 мест. Здесь есть все – бассейн, комната безопасности, медкабинеты, спортивные залы и не только. О большом подарке для маленьких горожан – Карина Гуревич. Долгожданное событие. В молодежном микрорайоне открывается 85-й детский сад. У входа администрация города и области, малыши и их родители. Заведующие вручают сертификаты на интерактивное и спортивное оборудование, а затем, самое главное, ключ от нового дошкольного учреждения. Момент истины – перерезание красной ленты. Во дворе нового детского сада – дорожки, песочницы, качели, деревянные машинки и 13 беседок. Ровно по количеству групп. Общая площадь – почти 18 тысяч квадратных метров. Но куда интереснее то, что внутри. Учреждение открывает свои двери для 240 детишек от 2 до 7. Строителям понадобилось всего 11 месяцев, чтобы возвести сооружение. При постройке особое внимание уделили медицинскому блоку. Изоляторы, кабинеты физиотерапии, ингаляционный, процедурный и массажный. Основное, что здесь применяется, но это вентилируемый фасад, который защищен керамогранитной плиткой, которая износостойкость десятилетиями. Утепление, санация именно стен минплитой, которая позволит энергоемко использовать данное сооружение на сегодняшний день. То есть минимальные потребуются затраты на отопление. Работают здесь воспитатели и психолог, учителя музыки и физкультуры. Всего 21 педагог. Плюс скоро появится и дефектолог. Каждый день для детей расписан поминутно. Развивающие игры, полезный обед и здоровый сон. Детский сад уже успел стать для них вторым домом. А чем ты в садике занимаешься? Кушаем, спим и рисуем, и потом играем. А во что играете? Игрушки.
Мне нравится кушать. А чем вас кормят? Кашей. Вкусная каша? А сладкое что-нибудь ешь? Мармелад, когда им давали. Особое внимание творческим способностям малышей. В музыкальной комнате с детьми поют, танцуют и устраивают концерты. Кто знает, может скоро и здесь зародится маленькая звездочка. Спорт обойти стороной нельзя. Под него отведены два зала – физкультурный и гимнастический. Здесь же и все необходимое оборудование. Также в учреждении есть бассейн, рассчитанный на 20 малышей. У нас работает руководитель физвоспитания по плаванию. Организуются занятия с детьми один раз в неделю, дети от 3 до 7 лет. Планируется организация платных образовательных услуг. Тоже с детьми от 3 до 7 лет. Ориентировочно 2,40 будет стоить. Учреждение не просто современное, но еще и эстетически оформленное. Первое, что бросается в глаза – стены, рисунки, фотографии и даже стенд, посвященный бобруйским предприятиям. Мы сегодня присутствуем при открытии действительно не просто детского садика, а действительно детского центра, где нашли возможность педагоги реализовать максимальные возможности, которые сегодня в их арсенале есть. Вся та образовательная среда, которая на каждом сантиметре даже коридора присутствует, она ярко о чем-то говорит. Здесь созданы все условия для детей с ограниченными возможностями. Есть пандус и два лифта. Плюс воспитатели занимаются с ребятами с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Каждому особое внимание. Сейчас здесь три таких малыша. Всего в городе 4 учреждения, на базе которых организована подобная группа. Приходит ребенок веселый, обратно уже в садик хочет вести. Нравится тут ребенку. Тут воспитатель хороший, заведующая хорошая. И рядышком живем, и водить сюда ближе, чем мы раньше водили. Отдельного внимания достоин кабинет безопасности. Такие есть и в других школах. Но именно в этой собрана информация обо всех. МЧС, ГАИ, Красный Крест, АСВОД, ГОРГАЗ и скорая помощь. Раз в неделю к малышам заглядывают сотрудники организаций и проводят уроки. В остальное время с детьми занимаются воспитатели. Класс полностью интерактивный. От рисунков на стенах до костюмов экстренных служб. Здесь малыши могут примерить на себя роль, например, спасателя или врача. Но главное в игровой форме узнать все о безопасности. Напоследок, пожелание новому учреждению оставить запись в книге почетных гостей уже традиция и один из первых памятных моментов. В городе сегодня замечательный праздник. И, конечно, праздник вдвойне для Первомайского района, потому что благодаря поддержке нашего президента мы сегодня открываем новый детский сад. Сказать, как он важен сегодня для 7-го микрорайона, наверное, это будет мало, потому что мы сегодня говорим о том, что основная масса жителей, которая живет сегодня в новом микрорайоне, это многодетные семьи. Микрорайон продолжает расти и развиваться. 35-я школа, 84-й и 85-й детские сады, бассейн, ФОК, километры многоэтажек, игровые площадки и прогулочные зоны. В Бобруйске создают все условия, чтобы молодые семьи строили свое будущее в комфорте. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Максим Галионко, Бобруйск, 360. В будущее вместе молодежный парламент обсудил проект изменений и дополнений Конституции. Сохранение исторической памяти, поддержка молодых специалистов и защита персональных данных. Об этом и не только говорили на базе 34-й школы. Среди спикеров – депутаты. Молодежь действительно изучила сам проект. И им интересно, причем интересны не только те статьи, которые касаются непосредственно молодежи, но и более широкий круг. Получился такой достаточно живой диалог, разговор, когда ребята задавали вопросы, высказывали свое мнение по проекту Конституции. Я считаю, что такие площадки необходимы для нашей молодежи, так как мы являемся будущим нашей страны, и нам очень полезно будет узнать, что происходит в нашем государстве, чтобы в дальнейшем как-то помочь усовершенствовать и сделать нашу жизнь лучше. Развитие всех сфер белорусского общества, сложная геополитическая ситуация, стремление сохранить суверенитет и независимость требуют обновления главного государственного документа. На его обсуждение остается чуть больше месяца. Антиковидная прививка, скользкая дорога и борщевой набор. Правительство ограничило рост цен на некоторые овощи. Что вошло в список? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре.
Белорусы смогут досрочно дать голос на референдуме по проекту Конституции, начиная с 22 февраля, с 10 до 14 и с 16 до 19 со вторника по субботу. Основной день – воскресенье. Предварительные результаты будут известны утром в понедельник, окончательные подведут в пятницу. С февраля вырастет размер детских пособий. На первого ребенка сумма составит 539 рублей 56 копеек, на второго и последующих 616,64, на ребенка-инвалида 693,72. С начала года увеличилась и минимальная зарплата, теперь она 457 рублей. Повысилась и базовая ставка для оплаты труда бюджетников. Правительство ограничило рост цен на картофель, свеклу, капусту, морковь, лук и яблоки. Причина – именно эти товары в продуктовой группе значительно подорожали у нас и у наших соседей. Теперь в магазинах овощи будут стоить не выше установленной профильным министерством стоимости. Свыше 55% белорусов сделали первую прививку против коронавируса. Полный курс вакцинации прошли более 4 324 тысяч человек. Одну дозу антиковидного препарата получили 23,5 тысячи подростков 12-17 лет. Помимо китайского вирусила, жители прививают спутником V и спутником Light. ГАИ рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В ближайшие два дня прогнозируется гололедица. Местами ожидается туман, дождь и мокрый снег. Водителям следует быть внимательными, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Ваш выбор. В Бобруйске открылся новый магазин. На прилавках как продовольственные товары, так и популярные гаджеты. 30% ассортимента – конфискат. Ольга Васенда о том, куда отправиться за покупками. Этот магазин на Социалистической 129 стал 19-м в Беларуси и первым в Бобруйске. Ваш выбор – торговая сеть, где представлено 30% конфискованных товаров – обувь, одежда, бытовые приборы и техника. Площадь торгового зала – порядка 100 квадратных метров. Продовольственная группа товаров может быть представлена конфискованное имущество как новое, так и бэушное. То есть в зависимости, какой полномочный орган конфисковывает. Или это налоговая инспекция, или это таможенный комитет и так далее. Государство его оценивает, и наша организация занимается реализацией. Конфискат для удобства обозначили розовыми ценниками. Зеленые указывают на продукцию предприятий, которые входят в состав управления делами президента. Желтые – акции, белые – обычные товары, бакалеи – мясная и молочная продукция, овощи и фрукты, сладости и алкогольные напитки. Все для того, чтобы человек мог совершить комплексную покупку. Сейчас мы сделали немножко торговую надбавку меньше положенной. Ну, конфискат, понятно, тоже. Цены очень хорошие по сравнению аналогичной продукции. Если будет такая в магазинах, то будет ниже. Детская продукция и электротовары проходят обязательную проверку на безопасность. Обновление ассортимента планируется каждую неделю. Здесь можно найти как текстильные изделия, так и популярные гаджеты. Например, беспроводной джойстик от Sony. Цена 32 рубля 43 копейки. Шторы обойдутся в 16 рублей. Новый торговый объект работает ежедневно с 9 утра, по будням до 20 часов, выходные до 18. Бренд «Ваш выбор» представлен и в интернет-магазине. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Уже в эту субботу Бобруйск встанет на лыжи. Зимний праздник пройдет на территории Ледового дворца. Регистрация начнется в 9 утра. Торжественное открытие проведут в 10 часов. Традиционно подготовят две дистанции – 1200 и 800 метров. Первая – для представителей администрации районов, МЧС, колледжей, коллективов предприятий и организаций. Вторая – для подростковых клубов и школ города. Дорогие жители города Бобруйска, приглашаем всех желающих принять участие в нашей традиционной бобруйской лыжне. Будет очень интересно, весело, задорно. Вблизи Бобруйск-арены будет работать выездной прокат инвентаря. Также горожанам предложат горячие напитки и продукты быстрого приготовления. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!